Одинцовском округе количество людей, которые ежегодно отчитываются перед налоговой службой о своих доходах, стабильно, с регулярным небольшим приростом. В первом полугодии декларации подали более 46 тысяч человек. Из которых 3100 физических лиц представили декларацию с исчисленной суммой налогов в уплате в размере 3,2 миллиарда рублей. Между тем, почти 18% жителей округа, обязанных подавать декларацию, этого не сделали. В течение 3 месяцев в отношении каждого из них будет проводиться камеральная проверка. Ответственность – 5% от суммы неуплаченного налога каждый месяц. Декларационная кампания носит ярко выраженный социальный характер, потому что абсолютное большинство деклараций подается с заявленными суммами имущественных, социальных, инвестиционных вычетов и возвратом НДФЛ из бюджета. Более 70% людей, которые подали декларации, сделали это для того, чтобы получить различные вычеты на образование, имущество, лечение. В общей сложности жители округа рассчитывают вернуть от государства около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».